Нина, не улетай. Побудь со мной, немножко Нинка. Тараканы, блядь, даже тебе ебуть, он поскольку. Трава-то только потравила, поэтому и ползут. Если еще косяк с твоей стороны будет, пизда нахуй пришла нахуй, вообще нахуй ему. Во, нормальный ход. Ход, ход конем нахуй. Ладно же. В шахматы поедем играть. Лошади ходи нахуй. Нет, нужно ходить, ну, пешкой. Как конь ходит, рыжий? Ну вот так, накладывай. Да, буква Г? Да, буква Г. А ты умеешь это шахматы играть? Пока. А за снизу, а у поговори нахуй. Не умею. Карты не умею? Да, Танюха. Шашки не умеешь, шашки не умеешь. Другую куку. Ты чё, в шашки не умеешь, Свет, играть? Как дамка ходит, рыжий? Я тебя не научил ещё, что ли? Блядь, все знает. Светка у нас, ребята, нет. Ребят, вы хоть а, я прикалываюсь, а вы прикалываетесь. А Светка там начитанная, да? Ты шкаформу все угадываешь, да, Светка? Ну, вот так, по периметру. Пока. Ну, то есть, блядь, с угла на угол. Батон, ой, батон, батон. Батон, сука. Передай батону привет. Да, урода, сука, ебану. И он нахуй послал. Все, тихо, Андрей, не ругайся. Мы дома. Нихуя. Я говорю, не разговаривай. Батону привет передай, нахуй, скажи. Батон, привет тебе, нахуй. Кого? От него, что ли? Тебе потом просто в камеру скажи, привет, потом. Я... Понятно. Блин, приятно. Нельзя ругаться, плохо. Санюха, короче, раздевайся нахуй. Ебать буду тебя нахуй. Пока Нинка рыбу жарит нахуй. Он тебя будет жарить. Не, Нинка старается. Старается уже, что ли? Сука, Нинка, бля, как рукодельница, блядь. Бля, все делает нахуй, не то, что танки, блядь. Пашка. Блядь, хуеплёт, тебя что? Нахуй послал. Не я говорю, сука, животное ебана. Ты говорю, ебал, ты со мной еще, сука, в лоб, блядь, не столкнулся нахуй. На. Я говорю, ты чё, говорю, сука, ладно, мразь, сука, ебана. Серёга, в руку тебе привет. Сука, меня еще. Серёга, в руку тебе привет. Муха в рот-то залетит, то будешь знать. Тут не, мух, тут не мухи, тут мошка с хлопчиком. Конечно, а ты что, полку-то не можешь смастерить? Димас из Белого моря, привет. Кого, блядь? Говори, блядь. Не возьму, мы. Серега Воркута, привет. Скажи, Виктор Гуд. Гуден так, скажи. Блядь, Гуден так. Танюха! Танюха, слышишь? Ленки Хвосталява, привет. Танюха! Танюха! Танюха, дай бутылку в ухо. Слышь, Андрюха. А где это? Суперова, а где нахуй? Она ушла с Пашкой. Куда? Заниматься. Ебаться. Спасибо, молодец, встречились. Нихуя, блядь. Офигеть. Да она стирается у тебя, хуй ты доебался. Стирается она. Стирается. Чё? Чё? Не её стирают, а стирается. Шоркается. Кого? Шоркает. Кого шорка? Кого, блядь? Трусы твои, наверное, блядь, обочины. Да кого нахуй шорка? Да лучше голышом побегать, чем в трусах. Так он так будет голый. Что, не видишь, пощупай его? Рыжик! Рыжику надо, чтобы голышом побегать. Я отсика, рыжик, блядь. Ой, какой ты! Опять будешь снимать штаны, блядь, перед бульдогом нахуй. А бульдог сам же договорил бы про рыжего троса. Смешно ему. Андрюха, я не люблю. Нормально, что? Да нормально. Пойдет нахуй. Как пойдет, как пойдет. Как пойдет. Бульдог, блядь. Проказник нахуй. Какой? Я проказник? Я никакого проказник. Че ты удумал, блядь? Киса! Киса! Ты звезд! Да! Где киса-то? Да, Андрей, я тебя слышу, говори погромче. Андрюх, киса тут нет. Говори, киса тебя слушает. Киса. Да, Андрей. Не бей меня больше. Сука, ты дерьмо ебана, поганая, сука. Я тебя, сука. Не ругайся меня, Андрюха. Я тебя уебал, я еще и нахуй еще уебу. Я тебя люблю, Андрей, не ругайся. Я не хочу нахуй. Не хочешь? Вилка есть. Вилка, глаз или жопу дашь? Нет.
Вилку не дам. Вилку не дам. А че вы рыбу-то не ест, нахуй? Сейчас. Когда сейчас мы еще поедем уже, блядь? Ешь, блядь, быстрее. Дай покурить-то спокойно, паха. Ой-ой. Аллилуйя, аллилуйя, нахуй. Ага. Аллилуйя. А святое, блядь, нахуй. Аллилуйя, блядь. Сука, ну, это в рот. Эти аллилуйя, сейчас покажу, нахуй. Рыжий, блядь, ты заебал. Рыжий, я тебя люблю, нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чем докажешь, нахуй? Аллилуйя, нахуй. Мушки, блядь. Что ты же, нахуй? Ты с нулевой уходил. Да хуя. Дрюха, ты я не паха, блядь, а Дрюха, блядь. Ученый, вы заебали уже, блядь. Вы что, меня с кем путаете? Сегодня нервничай. Да. Потому что Рыжий тебе ногтем проколет. Не, сейчас какое-нибудь имя тебе придумаем. Электроник, нахуй, не тоже. Никуда не... Электронная оболочка, H2O. H2O, электронная оболочка. H2O, ой, да, это закрытый. Так, Сашка. Сашка. H2O. Подожди. Кислород. Вода. Водород. И азот. Азот. Ой, блядь. И уксус. А, уксус нам еще не хватало. Мы же не наркоманы. Азот. Танюха! Ты где? Я тебя заберу. Заберу тебя и выебу. Куда? Вон, куда? К Сережке комнату тащат, выебите. К черту на курички. Танька даже готова, блядь. Электроник, блядь. Два, блядь. Реально, сервисная газопочка. Как ты похожил сейчас, смотри, кто сказал, блядь, были ты сыроежки? Давай, Андрюха, доставай одну сигаретку. Меня отжарили. Барышни. Барышни. Твоя бывшая. Эй, охуенно. А вон, доставай. Хуй ты, блядь, рыжий у тебя же есть, я тебе пачку дал сигарет. Хуй ты бульдоговский куришь, что, блядь, хитровый, блядь. Да ладно, это не бульдог. Да. А когда я у меня, да. У него сигарет. Опа. Это не бульдог. А кто? Андрюха. Цешка. Ой, блядь, буду помимо. Это Андрюха у меня. И, а, блин, прямо к синусу, нам на косолок. Ну, блядь, не еще замерзнул. Танюшка. Во, будешь мне помогать? Ну, в саду там помогать огород копать. Ты кто, Светка, что ли? Кто, я? Светка. А кто, я, что ли? Бабка, что ли? Ну, один, блядь, заберет, другой копать, блядь. А ебать никто не ебет, нахуй. Да ебать, не говори, блядь. А ебать никто не ебет, блядь. Ну, будем учиться, как это делать. Ладно, все, Рыжий, поехали. Да, учиться, да. Сдавай, стал, нахуй. Светка, вставай. Будогом прощайтесь. Будог, не прощайся, Светка. Давай. Дрюх. Я тебя все люблю. Все нормально. Все нормально, блядь. И всех нахуй. Давай, Андрей. Это, ты, Паша. А. Это сама. Да. Это хуеплету нахуй. Хорошо, скажи, нет, нахуй. Поехали. Пизду нахуй. Вы молодцы, сука. Откуда? Короче, на это, возле ЗАГСа нахуй. Только завтра. Сказ нахуй. В воскресенье, на багажник, в принципе, не в багажник нашел. Ну все, не, давай продолжай. Я там застанцевали, скажи, мы больше не хотим. Пока. Давай, пока. Сегодня потихоньку. Он к танке приставал, нахуй. Я прикинь? Пару рыбок. Да я, блядь. Рыжий, подожди, мне с тобой поговорить надо. А, ну ладно, хорошо. Последний у него команду, он ничего не брал. Не надо, он тут посидит. Ну вот, блядь, что там опять? Посиди там, я сейчас подойду к тебе. Ладно. Погоди, подходи. Тинки, обои, он все, ремонт начинается. Пусть он хочет с тобой поговорить. Кто он? О чем? А, Андрюха, что ли? Блин, да? Что случилось? Давай говори нахрен, определенно. А, хуй, блин, его. Ты хотел поговорить насчет чего? Ну, насчет чего? Хуй, блин. Насчет сада! Кто хотел поговорить? Насчет чего насчет сада? Вот, это. Чего насчет сада? Хуйца ебаная. В сад его, что ли? А что в саду-то там? Ну-ка, давай, говори. Андрюха, вот. Светка, ты что там? Он хотел, ты там жил в саду. А, в саду, чтобы жил. Да. Нет, ну, я тебя обманывать не буду. А потом покажи всего другого. А, я подожди. Сейчас. Не у меня, а я знаю, садом нужно ухаживать, это, там Пашка. Нужно всем. А это, там еще малышки Пашка. Маленькие у меня. У нас хуй, там малышки не надо. У нас там просто баня там, печка и все. Надо тебе как-то... Где сатофы? Где находится сатофы? На Болесном городке. Так, ну все, они, поехали, Рыжий. Да. Ты что, выйти не можешь, что там заблудилась, блядь? Рыжий, поехали!
Рыжий! Ой, эти же сидят в машине, блядь. Пах один к вам. Ой, Таня к вам жарит. Ладно, ребятки, Паху ждем и квартиру. Ебаха ей, блядь, запнулась, ёб твою мать. Сядь, сядь, хоть под ноги, смотри, пизда, блядь. Паха, ну ты чё, блядь? Она руку расцарапалась, нет? Она любит падать. А кто не падал, тот не поднимался, да, Светка? Да. Это, блядь, ну Светка, нахуй. На ровном месте, вот, ребят, запнулась до сюда и упала, нахуй. Ну так что вам, блядь? Нинка рассказала, что ты к ней приставал все-таки. Кого? Приставал ты к ней. Я ничего не приставал, она пиздит, блядь. Ебать ее, говорит, хотел в извращенной форме. Ага. Сначала, говорит, жопу предлагал, блядь. Ага. Потом, говорит, поссать заставил. Че я там еще ее заставлял, блядь? Потом, говорит, бульдог еще ДБС там стоит, блядь. Да. Вон там. Предлагает Нинка рыжему в сад, говорит, жить у них. Ага. Он говорит, нет. Пойдет. Он говорит, пока у Пахи живу, нахуй. Забухаю, съебусь, говорит, Пахи, блядь. Точно? А то от рыжего все ожидать можно, блядь. Ну, а то заявление опять будет взять. Только Вовка Кучерявый, да? Чёпка, отвернулся. А этот, приходил молодой-то, молодой-то приходил к тебе, Вовчик, рыжий-то? Он там. Давно вот. Две недели назад. Две недели назад ты был, да? Не, не был. Не, не он, другой Вовка. Че там рыжий-то? Разговаривает. А че он разговаривает, он, блядь, опять обоссался, бульдог падла, ебаный. А ты че все там сообщение, что там у тебя, доебался? Да ебаются без конца и края. Бухой когда? Так не давай ему пить нахуй, ебаный, видишь, он, блядь, он пить-то уже не умеет. Нахуй. У него вообще крыша едет. Ты, я поеду в Серов. Серов поедешь? Московская. А что ты поедешь-то? Ну, суд туда. Суд? А что, что Росс еще не здесь? Прокуратура там. А, там? Я же в прокуратуру. А ты написал прокуратуру? Ну, ребят, Нинка всего добьется, блядь. Нинка, блядь, через что пишет, нахуй, да? Хоть на кого похуй. Хочет на Вовка напишет, нахуй. На хочет, ну, он на Кучерявого, ну, прячется от тебя, блядь. Он у тебя прощения попросил. Говорит, он не хотел тебя ебать, просто пьяный, говорит, блядь. Ум за разум, говорит, зашел, блядь, нахуй. Ну, видишь, ему даже стыдно стало, блядь. Ум за разум, говорит. Ну, видишь, ему стыдно, блядь, а их Вовка, блядь. И хватит, Вован, блядь. Еще и ебнул, еще и выебать, блядь, вот сукин сын, блядь. Иди, а отвертка там была еще, отвертка, нет? Отвертка-то была же универсальная. Отвертки? Универсальная какая-то. И универсальные не вернулись же мне. Что-то все больше и больше, нет? Ты что, сука, ты, блядь, дохуя там, блядь, набрал, блядь? А ну, отвертку только взял, от сука. От сука, да? Три телефона, считай. Один только вернул разбитый, а два еще не вернули. Ты что, еще вернул что-то? Во. Она говорит, вернул что-то. Отстаньте от меня, блядь, заебали уже. Ему хуёво. Насадки. Насадки, стригатели машинки? Да. А, вернул. Не отдали. Тоже у него. А вы можете... Это двух... А я вижу, сейчас... Для ноутбука, для охлаждения эту хуйню но тоже не отдали. Она, он видно, Вовка постриженный постоянно, хули машинка ей сейчас постригается постоянно, ему похуй. Ладно, Нинка, что ты? Он уже попросил прощения у тебя. Да ну его нахуй. Это нахуй не надо. Его прощение. Вовка, Нинка тебя не простит, не прощает. Прости еще раз, хули, может, прости все-таки. Вовке стыдно, блядь. Не хуёво. Хуёво? Прощение хочу. Не примешь, ну? Прощи, прощение. Бесполезно. Понял, нахуй? Вот так вот, сука, факи показывают, нахуй. Подписчики-то увидят, опять скажут, что, блядь, нам показывают, блядь. Вовка, жилетки, блядь, нахуй. Эй, блядь, в Нинкиной пойди ещё, блядь. Ты иди, скажи, он там, наверное, рыжий уже штаны снял. Ты что, прокараулишь, нахуй? Бульдог изменит тебе с рыжим. Придешь, блядь, бульдог его там на джа приводит, нахуй. А чего, блядь, стыдно, что ли? Не стыдно мне, хуёво, пора. Хуёво стыдно, да? Хуёво, когда стыдно, нахуй. Ладно, ничего страшного, хоть ты. Верни такой, насадки там, отстригать не хочу. Насадки, ничего не знаю. Телефон один разбитый вернул, сука, блядь, а тебе куда дел, блядь? Нахуй. Все, они там, точно ебутся, блядь. Кричит, блядь, Нинка, точно ебутся.
Точно, и вот пошла заявление писать. Да, за то, что бульдог рыжего изнасиловал. Подожди, блядь, бульдога, блядь. Да, за совращение бульдога. Все, Марк, навози меня, пойду заявление писать. А, они на всех заявления пишут. И похуй, даже на прокуратуру можно писать. О, Паха звонит. Да, Паха. Алло, ты у себя? А, едете уже? Вы где едете, блядь? Давай, сейчас я рыжий от бульдога выходит, и мы подъедем сейчас к тебе, давай. Давай, сейчас скоро подъедем. Давай. Давай. Угу. Сука, сейчас. О! Рыжий, что ли? Рыжий, а что штаны не одел? Кусочек рыбы, да? Рыбки взял, нахуй. Это бульдог его, знаешь, счастливый какой. Бульдог его, походу, делал это, нахуй. Обрюха, хорошо. Обрюхатил его, нахуй. Рыжий, о, блядь. Рыбки отдал ему, блядь. За плату, блядь. Все, рыжий, счастливый такой. Наебся. Счастливый. Наебались от души, да? Да. Остальные малыши. Блядь, рыжик, счастливчик, блядь. Давай на паху. Рыжик, возьми это. Ну там сосиски же ты взяла себе. Счастливый, блядь. Возьмешь поесть себе сосиски туда. Рыжий, рыбку. Наебся, рыжик. Рыжик, дай сигарету, пожалуйста. Тебе нет сигареты, что ли? На, рыжий, я дам тебе кучерявый, блядь. Денежку дам потом тебе. Прибавили мне кучерявый, я, блядь, Вот, видишь, ты постригся, блядь, Нинкиными машинками стригать. Нинки машинками. Спиздил машинку, блядь, постригся. 200 рублей он постригся, блядь. Это сыга. Тебе не одеколон жрать. Да, тебе не одеколон жрать, рыжий сказал, нахуй. Так что... Я нахуй, когда рыжий у меня пил, я весь одеколон спрятал, нахуй. А что, рыжий любил пить? Да. Нет, бутылек один уже пустой. У кого? У Пахи. Ты ебанул? Въебал его. Нихуя ты рыжий, блядь. Со зрачка. Тебе. А потом еще мелкое. И за такое что-то с чем. А хули вы сели-то? Что, опять толкать? Толкать надо. Долго стояла машина. Я тоже толкал, блядь. Сорячки, толкаю, толкаю. Давай, разгоняемся нахуй. Ну, можете там дальше так и это самое, мы бы так доедем. Сейчас доедем до Сандрови так, нахуй. Рыжий, толкай, хуй ты толкаешь, что, блядь, сейчас... Охуевший идет, блядь, покуривает там, блядь. Ой, смотри, как хорошо, блядь. С ветерком, давай я сейчас все включать буду. Раз, два, три, включаю. Мало, рано. Да, бедненько, что-то ремонтить тебе опять надо, да? Опять нахуй ремонт, ребят. Ну, стартер там залип. А ты что, корова расселась, блядь? Кто, Танька, что ли? Корова. Танька, корова? Не, он сказал. В7, блядь. Нихуя себе, блядь. Не того лом. Сразу оскорбление. Нихуя себе, пока, блядь. Охуев, что расселась, да? Я что, блядь, или выйти, помочь, блядь? Она не видит нихуя, хуйня помогать-то будет, блядь. Ребят, Паха говорит, с туфлями, говорит, неудобно, конечно, хули такими неудобно, блядь. Он его так загнулся. Не, длинный, говорит, зацепляет. Зато она все-таки женщина скоро нахуй. Тебя за туфлями, может, полюбила ты, блядь. Да, Сет? За длинный нос и туфли. За это полюбил? За член, за длинный член, блядь. Ага, который это... Шариками, блядь. Рыжий, чё ты, блин? А чё, влетел в жопу. Куда, в жопу? Чё случилось? А чё? А чё, денег не взяли? Как нет? А где я найду? Пусть Таня... Выеби тебя. Не, Таня пусть дневник купит. Ну, вот этот старый, школьный. Я записывать, когда тебя носил. Где двойка, где пятерка, где четверка, где тройка. Где кол? О, колов нужно много. Колов? Колов. Забор будем строить из колов. А, блядь! Она думала, ебать ее будет, а он, блядь, колов нахуй собрался, блядь. Не, ну так, буду, ну, придурком. А это между делом, да? Ну, а там уже шунды-мунды. Между колами стало. Да, а там уже шунды-мунды, вон так, как
поучится. Но всего чему-нибудь научимся в этой жизни. В жизни есть так, то, что есть. А покажи рыжий язык. Язык покажи. Вот научишься. Научишься. Нет, не умею. А Танька научит тебя? А Танька научит, Танька научит что? Пизденку вязать? Да я ничего. Не будешь? Я тебе изнасилую и все. А он тебя изнасилует, потом залежит рану нах. Да, да, покажи язык. Не, это. Да, конечно. Дай нахрен этот язык. Писку еще. Это. Да, я писки взял язык. Тань. Как его? Называется там. Мне слово пить за собой. Я тебя изнасилую, когда... После языка нахуй его. Не, Тань, я тебя когда изнасилую. Сильно-сильно. Ну так. Ну сильно-сильно. Ты сильно хуевает, ёпка. Как так, блядь? Сильно-сильно. Не надо, блядь, сильно-сильно. Танька просит тебя, блядь. Он тебя сильно-сильно изнасилую, когда... Это ты вообще в отместку, что ли, тут рассказываешь такие страсти? И это... Самое главное... У Вовки писька встала, блядь, так. Нинки сейчас побежит. Самое главное... Да, Вовка. К Нинке побегу, нахуй сейчас, блядь. Да Нинке побегу сейчас. Тань, слышь? Ну, когда сильно-сильно изнасилую. Ты уже сотый раз это сказал. Да, до силы уже, да и все, ебты. Мне встать, чтобы под это самое. Че, может, и на хуе сесть на твой, чтобы, блядь? Ага, не надо. Ну, я не так, я тогда живой мужичок. А как ты будешь изнасиловать тогда? Ну, она будет меня учить. Во сне, наверное. Ну-ка, покажи язык еще. Во сне, ну. Покажи язык. О, пока. Зубик без зубик шатается. Да. Ой, там где зубов нет никакого. Вот Танька, наоборот, заебись, у него дёснами тебя, блядь, зашел. У Танька даже писька бугорком стала, блядь, смотри-ка она. Носик, курносик. А от языка такого, блядь, и грудь его. Ему сделать с королевскими нет. Ну чё, блядь, это не хомяка-то сразу. Да, блядь, ты такая счастливая, как вспомнит этот королевский вынес. Странно ему ещё разговаривать. Ну, конечно. Ну, молодец. И что за ребенок там родится у нас? Да. Рыжий. Что наделаешь, что и родится, блядь. А, ну что, нас тряпают, то и поможет. Я себе рыжий, вот и все. Да нормально. Как шуры-муры хочет, блядь, лясин-трясин, нахуй. Да. Покажи язык. Язык не канает. Не канает. Зубик. Зубик. Ну покажи, он у тебя зубиком будет, на зубик тебе. Зубиком, блядь. Он достанет зубик, натыкает тебя нахуй. Помидоры протыкать, рыжий. Нам его считается, он ходит. А их как протыкает, так хоть объясни мне. Помидоры-то пойдут. Банки консервные открывать. Вот сейчас как раз пойдет. Это что, это банки консервные можно открывать этими? Это, блядь, не шунды-мунды нахуй, да, рыжий? У кого-то телефон брякает. Женщина, блядь, я всем шутку. Не у меня хоть телефон брякает. Это сила у меня. А, вон у меня уже на нуле. А так хочется, чтобы у него... Рыжий, покажи язык. Ам-ам. Вот Таньки писки аж встала на твой язык. Вот ты, Рыжий, рассмешил себе Таньки, блядь. Ты только можешь ее рассмешить, не выебать, а рассмешить. Ну, у нас с ним который год. Который год у нас только во сне-то это все. Во сне? Это не считается. Да, не считай года. Во сне, много лет уже, все сон. Ну там, шунды-мунды. Лёсим-трясим. Вот, говорит, сплю, я вижу, говорит, Танюху, раздетую. Бежит она ко мне там. И бьет меня стропоном, нахуй. Помнишь этот же сон? Я бы тебя выебал бы всю. Покажи язык. Да нихуя у него чешили. Все вами, блядь, все на деле надо делать. Да, покажи языков. Вот. Одни молчат, если... что делают. Да? Да, Вовка там, блядь, тоже выебать хотел, блядь, а сегодня выебал ее, блядь. Да. Чтобы выебать, вначале в баньку меня сводить. Рыжий, слышишь, что? Потом потом шунды мы, а мы в бане с тобой рыжий, попали. Рыжий, скажи Пахе, мы сейчас съездим за мешками и приедем, снять. Слышишь? Кстати, кто такой пошла, блядь? Давай пару мешков, Паху, ну не влезь больше, блядь. Не-не-не. Один себе, блядь, Светки. Ты что, Танька, какой пойдешь? Сейчас еще веник. А мне надо уходить. Все, пошла, что ли? Угу. Слышишь, Пахе, до свидания. Кому? Вовке, Вовке. Скажи. Вовчик, давай. Давай. Ты, Танька, давай. Ладно, Вовка, иди вперед, садись, блядь, на болтом месте поедешь, нахуй. Че, нету мешков?
Танюшка, всем пока, да? Пока-пока. Давай, Танюшка. Все, в воскресенье созвоним. В субботу. Танька, в субботу. Да живот болит, блин. Чепа что жрал, наверное, блядь. Да ничего я не жрал, чепа. А что, в одного пил, что ли? Бутылку пива такой, съел, блядь. Ух, съел, выпил, блядь. Все, вот. И, да вот, наверное, ты ее съел, наверное, блядь. Вот у меня началось. Гашка, Танюшка ведь уже переехала, блядь. Сюда, нахуй теперь. Mm-hmm. Близко сейчас. Не, вообще все близко будут, блядь. А, нет. Эти-то сейчас съедут вообще, блядь. Блять, у машины еще греется, и баны может сейчас все. Стартер, ребят, не знаю, если залип там может что сделать. Нет, так, блядь, менять стартер. Рубля 3, наверное, 4 сейчас, ебаный в рот. А у вас есть 20 рублей? Ты что, блядь, какие тут 20 рублей, блядь? Нету. Нету, конечно. А чем тебе? На шоколадку не хватает. А почему меня просишь эти? На тебе. Ты где? Ты что, без родителей что ли живешь? А? Без родителей живешь, что ли? Ну да. А где живешь-то? В детдоме? Да, нас там плохо кормят. Ты сбежал. А что ты обманываешь, блин? Обманщик, блин. Сбежал ты, блядь, девочка. Ты такой молодежь подрастаешь, обманывать какая-то она. Светка таскает, паха что-то, это нихуя не хочет таскать. В детдоме я, говорит, сбежал, блин. Охуевшая рожа, блядь. Вот, блядь, девочки научили, блядь. Я, говорит, плохо кормят, блядь. Блять, для Светки, блядь, пизда, блядь, я сейчас заебу меня машину. Че ты, блядь, в салон затаскивай, где паха-то? Да больше не лезь, давай, дверь открывай, ставь сюда. А, ребятушки, молодец, побежал, он пришел к этому. Паха, блядь, ты где? Я, говорит, из детдома сбежал, ах, обманщик, а? Ладно, все, пацаны, давайте. Давай, шесть вперед, так, у Светки. А? Да, вот будет новый ролик, ждите. Паха, садись. А? Павел Васильевич. Павел. Да, Василий. Ой, ребята, молодежь, блядь, которые из детдома сбежали, блядь. Они уже, блядь. Я же сказал, домой давай. Поднимусь. А все, когда ебался, мешки ты сбежали. Давай, дай быстрее, блядь, пока. Пока, блядь, молодежь, что деньги не вытрясли, нахуй. Из детдома, говорит, сбежали. Вот, блядь, по... Вот так, дряжка, обманывать. О, там что, дед, блядь, бичку рвет, нахуй, пиздец, блядь, кого-то. Ты типа, что заедем? Да ты давай, у меня машина, блядь, говорю. Нет, не гусь, он будет. Зайдешь потом, ёпта, там аптеки рядом, паха. Рядышком? Да, конечно, там все у вас, блядь, все рядом, нахуй. В Кировске сходишь, нахуй. Мне машину сейчас, блядь, нельзя, блядь, никуда пыш поставить, надо по-быстренькому все. Танюха ушла. Я заебал, я Женя, паху. Давай, позвонимся, Вовка. Давай, Вовка, счастливо. Давай, не расстраивайся, Вовка, блядь. Найдем мы тебе бабу без пизды работящую. Не хлопай. Ну что там, он сегодня какой-то это? Не такой нахуй. Ладно, ребят, едем сейчас к дедушке. Дедушка ушел к Наташке сейчас. Заскочим нахуй. Я сейчас у Наташки. Ребятушки, Наташка, блядь, трехногая быстро спустилась, блядь, только позвонила нахуй. Сейчас я поводу. Сейчас, Наташка. Ты не узнаешь ее, что ли? Знаю. Узнаешь? Здрасте. Здрасте. Слушай, сколько не видела. А сейчас они у тебя со соседями будут жить, Наташка? Да? А где? 28. 28? Ну ладно. Да, ну я тебя не видел. Я тебя не помню. Я тебя не видел давно. А я его и не помню. Это Пашка, блядь, ты что? Пашка, Светки, жених, они скоро, свадьба у них будет. Ладно. Че, дед, ты куда съебался? Пошел, куртки искать, говорит. Думал, не приеду. Ну, вот он сейчас в 4 часа ушел. А курочник, нахуй, дед. Так, а что курить-то? Нет пакетика? Ой, блядь. Давай, ну. Пакетик не взяла. На, вон, дверь ты. Сесть, блядь, как тут. Да, денежку, блядь. Вот, немножко, блядь. Ну, что, ты съездил на похороны? Че? Съездил на похороны. Да, все, походи, да. Ага, ладно, Паша, спасибо.
Давай, деду привет. Слушайте, дед-то говорит, если что, поедешь в следующий раз. Возьми хоть его, говорит, хоть не видит никого, все, ни возьмем, Вовки, возьмем. Ничего. Мы сейчас, если сейчас приедем, пойдем пахи, может, там ремонт будем делать, сетки, они совсем. Ну, покажешь, давай, помогу. Давай, это, давай, хоть давай. Вовку давно не видел. Вовку только что увезли. А? Приедем, увидим. Вовку. Ага. Ладно, давай, давай, деду привет. Счастливо, Света. В субботу приеду, Наташ. Ага. У тебя книг нету. Если что, где найдешь, бери. Ладно? Давай, ну, Наташ. Давай, Наташ, все, пока. Все, ребят, поехали сейчас. Пашку соседкой высадим нахуй. Блять, ребят, забыл машину, блядь, заглушил нахуй. Ты сюда, Паха, к подъезду подтаскивай. А вон, пока я сюда вытащу, да и все. Блять, сейчас. Пускать. Ну, потом соседка посмотрит, постоит. Ну, водочка, да? Соседки. Да. Ну, давай, кидай сюда. Да, соседка. На, будем лежать. Блять, я башню сюда пахнул в твою толкнуть, блядь. Паха, ключ у тебя? Нет, нет. А, все? Давай сюда, ближе к подъезду. Нахуй тебе лишний раз. Сюда, таскай сразу к подъезду, Паха. Ну, я, блядь. Порвал ногу, похоже. Че, мешки-то, блядь? Похоже, это, блядь, точно толкнёшь. Сейчас, поможешь сюда тоже? Попробуй, это, назад. Че, задом долбанём и все. Ну. Может, получится. Ну, нет, так, взад, давай, нахер, Паха, мы сейчас сесть остроём её, завтра утолкаем, потом вперед ее ебанём, на. Давай так сделаем. Что, блядь, что? Любишь кататься, любишь саночки толкать. Давай, кататься, там руки сверху. А там что-то... Ха, Паха, тут это... Сосиски же, Паха, так жрать-то нечего, блядь. Паха, тут сосиски, сыр у вас. Есть пожрать у вас? Вон? Доставим хлеб. Вон, сыр, видишь, блядь. Килька, я же покупал пожрать. А что у вас есть что пожрать, блядь? Значит, сосиски отварите. Хлебушек, сыр есть. Нормально же, Паха? Вон. Ну, конечно, еще. Мы сейчас еще гречку сварим, блядь. Гречка есть. Ну, не каску забирай, каску что делать? Сейчас по. Ну не, пакет надо было ехать. Ой, блядь, тут же похлевка еще, блядь, еб твою мать. Сейчас, ребятки, мы заведемся. Ну все, ребят, блядь, пацаны помогли, пацанам спасибо огромное, блядь. Не могли мы нихуя, пацаны помогли. Все, пока! Ну все, ладно. Все, ребятушки, как бы на этом. Все, подписывайтесь, ребятушки, на Яндекс.Дзен, ребят. Ну, кого-то не устраивает, то, что там реклама, хуяма на Яндекс.Дзен, хуево, ребят. Ну, там хоть немножко мне что-то оплачивают. Хоть как-то, друзья мои. Ну все, всех люблю, всех обнимаю, ребят. Всем здоровья желаю. Сейчас машина, что, блядь, пиздец, еще ковыряться. Ну, ничего сделаю.